Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Все, кто зарегистрировался на сайте и хочет получить нового робота, конечно, с нетерпением ждут новостей, когда же робот будет доступен для загрузки, когда его можно будет начать тестировать. И буквально пару часов назад компания опубликовала следующее сообщение. Представляю вам перевод на русский. Вау! Последние 10 дней были поистине невероятными. Наша акция по бесплатному 30-дневному тесту робота заканчивается, и мы переходим к следующим этапам развития. В данном сообщении мы хотим проинформировать вас о наших дальнейших шагах. Также проверьте завтра ваши бэк-офисы или просмотрите последнее видео. Цель первая – предоставление робота лидерам. Наша первая цель состоит в том, чтобы предоставить робота лидерам и тем, кто готовит обучающие материалы, чтобы они могли освоить базовую настройку робота и правильно его запускать. После прохождения обучения лидеры смогут квалифицированно отвечать на вопросы и помогать своим командам в установке программы. Поскольку зарегистрировано уже десятки тысяч человек, работа предстоит немалая. Чем больше материалов мы предоставим пользователям, тем лучший результат пользователи получат. Это наш приоритет. У лидеров будет несколько дней для освоения работы с программой, после чего мы сможем предоставить робота всем, кто зарегистрировался на бесплатный тест. Программное обеспечение готово к загрузке, и мы ожидаем, что лидеры начнут его устанавливать как можно быстрее. Цель номер два – открыть возможность оплаты. Следующая цель, которую мы поставили – к концу бесплатного теста предоставить возможность оплаты, чтобы обеспечить продажи на предстарте. На данный момент к нам присоединяется почти 10 тысяч человек в день. И мы очень воодушевлены тем, как команда растет, и уже представляем, какие доходы будут у лидеров в следующие 30, 60 и 90 дней. Каждый опытный сетевик знает, насколько важно, чтобы четко работала система по вводу и выводу средств. Мы очень тщательно готовим наши платежные системы, чтобы они могли принимать тысячи платежей со всего мира. Платежи можно будет делать как фиатными валютами, а также криптовалютами, если оплату банковской картой будет сделать невозможно. Поскольку наша команда растет очень быстро, нам понадобится еще одна неделя на то, чтобы мы могли принимать платежи со всего мира. Бесплатный тест продлен еще на одну неделю. Поэтому мы продлеваем нашу акцию по бесплатному тесту еще на одну неделю. Но в то же самое время обучение по установке, настройке и работе с программой уже начнется. Поэтому у потенциальных клиентов есть время до 22 апреля 10 часов 59 минут по московскому времени, чтобы зарегистрироваться бесплатно и получить робота на 30 дней. Таким образом, возможность бесплатно зарегистрироваться и получить робота бесплатно на 30 дней продлевается еще на одну неделю. И, соответственно, кто не успел сделать это до 15 апреля, смогут сделать в последующие дни. Что будет происходить на следующей неделе? На протяжении нескольких дней будет обучение по роботу для лидеров и затем запуск обучения для всех остальных. После этого возможность бесплатного теста заканчивается, и все, кто будет регистрироваться после 22 апреля, 10 часов 59 минут по московскому времени, уже должны будут робота оплачивать. То есть с этого момента робот становится платный $247. Также на этой неделе будет информация об экспертных советниках и новостях рынка Форекс, о брокерах для открытия реальных или демо-счетов, о VPS-серверах, планы на ближайшие 90 дней. Мы озвучим название нашей компании, бренда и наше видение на будущее – признание лидеров. Мы благодарим всех за усердный труд. Хотя мы начали предстарт всего 2 недели назад, мы очень впечатлены той работой, которую проделала наша корпоративная команда. Разработка продукта, юридическое обеспечение, улучшение маркетинг-плана и в целом улучшение инфраструктуры компании. Мы новая компания, но нас уже нельзя назвать стартапом. Уже сегодня мы преодолеем рубеж 70 тысяч регистраций, и, возможно, к концу недели у нас будет зарегистрировано 100 тысяч человек. Наши партнеры – это супергерои. Поздравляем!
Остается только сказать, это всего лишь начало. В основном этот стремительный рост происходит благодаря личным взаимоотношениям, которые существуют в командах, и мы гордимся этим. Мы хотим, чтобы наш бизнес основывался на доверии. Мы сообщим вам еще много невероятных новостей, которые еще больше укрепят вашу веру в компанию. Вы услышите такие отличные новости, что даже люди с холодного рынка будут воодушевлены и захотят присоединиться. Развитие. Для успешного развития очень важно принимать правильные решения. Мы настроены принимать правильные решения на основе следующих приоритетов. Удовлетворение пользователей от использования наших продуктов. Возможности заработка по маркетинг-плану. Процветание компании. Мы собрались не просто для того, чтобы создать компанию. Мы развиваем людей, и уже люди совместно создают компанию. В этом и есть развитие. Подключайте всех ваших клиентов и партнеров к нашим чатам и каналам коммуникации. Вот такие новости от компании на сегодняшний день. Очень порадовала новость о том, что лидеры получат робота уже в ближайшее время. Хотелось бы получить его и начать тестировать как можно быстрее. Надеюсь, что я попаду в число счастливчиков, которым этот робот будет предоставлен. О результатах, естественно, буду сообщать. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.